Эффективность размещения торговых объектов в Химках обсудили на общегородском совещании с главой муниципалитета Дмитрием Волошиным. Сегодня на территории округа 2660 объектов торговли и сферы услуг. В Химках также открывают и ярмарки. За этот год провели больше полусотни. Концентрация магазинов и объектов предпринимательства в новых Химках. Для бизнесменов готовы предоставить и другие свободные территории, где магазины необходимы. У нас очень большая нагрузка на новые Химки, действительно. А Ферсановка у нас вообще нет там никаких объектов торговых полноценных. Ну, то есть, например, и почему-то все пытаются попасть в центр города и в самых трех квадратных метрах там поставить тот или иной торговый объект, в то время как у нас есть с очень такой же высокой плотностью населения другие микрорайоны. Также на собрании подняли тему адресной материальной помощи химчанам. С начала года больше 4 миллионов рублей получили жители подмосковных Химок. Поддержку оказали инвалидам, многодетным и неполным семьям, пенсионерам. Всего до конца года в рамках муниципальной программы «Социальная защита населения городского округа Химки» администрация города выплатит жителям еще больше 2 миллионов рублей. Чтобы получить средства, химчанам нужно обратиться в МФЦ. Подробную информацию можно узнать в управлении социальных коммуникаций городского округа по телефону 8 495 572 30 97.